Идти по жизни легко пенсионерке Надежде Александровой помогает удобная обувь. Женщина много лет страдает плоскостопием. И ортопедическая обувь для нее не роскошь, а в прямом смысле средство передвижения. Очень легко ходить, меньше устают ноги и исчезают довольно-таки большие проблемы в позвоночнике. Ортопедические стельки и анатомическая обувь. Здесь есть все, чтобы ходить было легко и приятно. Обувные фабрики России и Белоруссии, Сербии и Польши при пошиве обуви учли все особенности стопы. Комфортно в ней, уверяют специалисты, будет даже тем, кто имеет деформацию стоп. Обувь из натуральной телячьей кожи с влагоотталкивающей пропиткой. Полностью идет внутренняя прошивка и горячая вакуумная проклейка. Обувь идет у нас, получается, с небольшим утеплением и также идет противоскользящая подошва. Снизить нагрузку на позвоночник помогут ортопедические стельки. Зимой актуальны стельки на верблюжьей шерсти, весной – кожаные каркасные. А те, кто страдают от деформации большого пальца, так называемой растущей косточки, могут приобрести на выставке специальный фиксатор «Valgus Pro». Ярмарка продажи ортопедической обуви пройдет в Новочебоксарске 13 августа с 10 до 17 часов во Дворце культуры «Химик».